говно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк, это Don't Stop Shoebrat. Вы думаете, сейчас Серега сядет, продолжит играть за усатого мужичка? Нет, я боюсь вас огорчить, но в прошлый раз я практически поставил на паузу игру. Почему практически? Потому что я не поставил и просто ушел покушать, и в это время мой герой сдох от голода. Но не все так плохо, прошлая моя смерть дала мне плоды, я набрал опыта, открыл нового персонажа. Теперь мы можем играть за Венди. Ее преследует сестра-близнец, уютно себя чувствует в темноте, слабо в атаке. Звучит заманчиво. Эй, девчуля! Мертва. А, где твоя сестра? Она что, вместо кокоса с пальм должна упасть? Может, у нас сестра-птица, а? Это объясняет то, что ребенка принес Аист, а не мать. Давайте, наверное, первую ночь переживем на этом острове, и до того, как ночь начнется, нам нужно все тут собрать. Чё это я всё бегаю по пустыне да пустыне? У меня уже много всего я собрал. Нам нужно отправиться в болото. Вдруг там живут какие-нибудь... кто там может жить-то? Паучки? Чё я сказал, не понимаю. Скорее всего, хватит тьма. Я должна подготовиться. О, чёрт! Она ко тьме устойчива. Мне кажется, это связано с тем, что у неё просто не будет падать рассудок. Зачем я собираю цветы? Ё-моё, у меня все нормально. Ягоды! Нём-нём-нём-нём. Как хорошо, как раз покушать хочу. Мне советовали чаще рубить пальмы с кокосами, чтобы как бы была двойная выгода. Но что-то я не нахожу их нифига. Одна трава везде. А, стоп, смотрите, цветок Абригейл. Я тупой, вот помните, я в предыдущей какой-то серии, в третьей, по-моему, нашел зажигалку только... Ночь! Ой. Так вот, нашел зажигалку только к середине серии. Так, что это такое, во-первых? Осмотреть. Я чувствую все возрастающее присутствие Абригейл. Мне кажется, она должна приходить к ней по темным ночам и как бы... В общем, она шизофреник, что-то думать. Как мы знаем, все шизофреники очень кушать хотят. Давай-ка семена. Ты уже у нас девочка худенькая, на диете. Нём-нём-нём, тебе семян хватит. Во, отлично. Стало светло. Можно еще один денек на этом острове позависать. Хотя, в принципе, нет. Нет смысла этого делать. Просто рубим кокосы. Все, я ухожу от вас, друзья. Хопа, в путь дорогу. Вечность во влаге и тоске. О боже, это самая неудачная моя поездка. Я уже весь мокрый. Ай да боже мой, апокалипсис воды. Я сейчас утону, захлебнусь. Ой, как хорошо. Ой, ё-моё, что это такое? Это как возможно вообще? Охренеть. Манговое дерево. Это болотные приключения с Серёгой. И только на первом канале. Мне кажется, это просто затопило. Ну, в принципе, это логично, что затопило, но здесь манговые деревья. И мне кажется, они растут манго, но это мы позже проверим. Нам нужно исследовать. Ой, боже мой! Это что? Я немного Говно? Это для меня супер находка просто. Вы посмотрите, я нашел какой-то сраный затопленный остров с говном. Пойдемте вверх сплаваем. Мы потом сюда как-нибудь точно вернемся. Здесь очень интересно. Вот эти вот бифалы меня прям, ой, как завлекли. Но для этого нам нужно оружие или что-нибудь такое. Не знаю, может их приручать можно. Вообще в этой серии лучше мне не прикасаться к ним. Лучше послушать ваш совет. Что это за бифалы? Волна за волною плыли подо мною. А я такая девка вся плыву, ищу остров. Ой, смотрите, там чернота. Там гнездо. Кошмар! Почему такие сюрпризы от игры только к пятой серии приходят? Она крабика съела! Ну-ка, стоп. Опа, замечательно, я скушал немножко глины. Ой, глины, рыбы. Точнее, не скушала. Она жареная, нет? Нет, наверное, не жареная. Лучше пожарить. Хопочки, кремень, ракушка. Угу. Там что-то какой-то остров вообще жопостный. Ой, тут еще и свинки есть. Я их как дурак убивал, а на самом деле они оказываются добрые, их можно приручать едой. Ой, смотрите-ка, свинью атакуют. А, нам нужно помочь как-нибудь. Делаем мачете. Давай! Бедный паучок! Стой! Стой, паучара! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! О, отлично, один! Вот видите, как удобно? Они просто не могут меня ударить, когда я их ударяю. У нас скоро ночь. А, некуда положить еще. Семена, брось. А, там еще желчь. О, ракушки, брось. Ой, там сколько пауков-то, ё-моё. Они повсюду там. Нужно быстрее все сожрать, чтобы у нас было место набирать еду, чтобы потом опять жрать ее. Приготовь рыбу. Да, она мокрая, но она вкусная. Мясо монстра добавляет здоровье и рассудок. Или только рассудок. Если только рассудок, то мне вообще насрать, тут много ракушек. Кстати, у меня кокосы есть, можно их... Так, как их раскидать-то? Руби! Да ё... Руби! Ой, как много, смотри, их просто закидало... 12 арбузов! Ой, арбузов, кокосов. Ой, я кокосовая диета просто у меня. Смотрите, я весь наелся. Ай! Не надо. Я думал, это отличная фишка для выживания. Подойти к домику дикого кабана, и там же свет горит. Можно, в смысле, постоять ночью. Но нет, кабаны очень эгоистичные. Они выключают свет, когда кто-то к ним подходит. Так, птица, ты меня будешь бить?
Ай, бьет! Будет бить! Тихо. В принципе, мне этот остров будет полезен тем, что здесь много пауков, здесь много золота. Смотрите, один остров нашел с болотом. Второй остров с болотом. Серьезно, там рыба еще, говно, опять это бифало. Птицы, просто охренеть. Мне так нравится. Вот говно жаль не соберу, потому что нужно подплывать. Блин, тут их еще больше. Зачем я кирку сделал? У меня была одна в рюкзаке. Ё-моё. Раз-два. Вылезай, сестра, из камня. А, смотрите, она тоже с золотыми штучками. Может, к ней тоже можно иметь дело? А, нет. Здесь не подходит моя кирка слабенькая. Предлагаю вам найти еще немножко паутины, потому что это важная вещь. Так, там кто-то убивает кого-то. Не-не-не-не-не, я свинью спасать не буду. Я не такой добрый. Ах ты ж, ё-моё, пополз. Так, отлично. У меня уже есть 3 паутины, и вот эта штучка тоже есть. Так, здесь может тоже спавниться? Да, замечательно. Как я вас люблю, друзья мои. Отлично, нафармил себе просто кучу всего. У нас еще есть куча времени, я сытый и могу идти налево. Пам, прощай, злостная музыка. Я буду в тишине и в покое, странствии и странствовать, путешествовать по этому миру прекрасному. Тихо. Где я? Ой, да ладно, так быстро я приплыл к новому острову. Он просто соседский какой-то, смотрите, просто вот рядом. Главное, чтобы этот остров подходил нам, потому что уже третий день как-никак. И надо бы найти нужное место. Так, тут есть ягоды. Тут какие-то слишком плодородные острова всем мне попадаются. Сплошные джунгли, ребят. Где моя песочная поляна? Интересно, в Don't Starve Shipwrecked есть другие биомы, кроме джунглей пустыни? Я находил вот только вот 4 биома, пока что это джунгли, пустыня, вот это магмовое покрытие и болото. Но болото не считается, потому что там плавать нужно, а не жить. Ладно, этот остров тупо джунгли, нам здесь не место. Нас здесь не ждут, ребята, уходим. Нам бы остановиться на каком-нибудь острове, переночевать, сделать себе более быструю лодку какую-нибудь, вот плот. Я не знаю, быстрее он или нет, но лодка точно быстрее. Так что нам нужно все-таки, наверное, лодку делать. Потому что с такой скоростью плавать мне как-то не очень, как-то... Ну, не мое это, я люблю быстро мчаться, скоро тьма охватит нас. Не буду рисковать, я уже порисковал разок. Там краб под водой, смотрите, вобстер. А, вон такой вобстер, я думал, это какое-то животное странное. Да как выйти-то? Да выйди ты! Мне нужен костер, чтобы готовить семена. Ну, вот такой я логичный игрок, да. Нам нужна лоза, нам нужно много лозы. Ой, вы слышите это просто? Там змеи с пауками дерутся, мне кажется. Привет, мой друг. О, смотрите-ка, он одумался. На тебя по голове палкой. Спасибо за паути. Ой, там еще, смотрите-ка. Что творится, твою мать? Боже ж ты мой, все мои добычи пропали. Нужно съесть паучью железу одну. Она так мало дает, нужно что-нибудь другое придумать с ней. Там есть, по-моему, другие рецепты лечения. Кстати, ягоды я так... Ай, твою мать! Я умираю, все, как мне сделать противоядие? Я немного, ребят, полазил в Википедии, и мне нужно срочно предпринимать все, что можно вообще. Мне нужно дерево. Нам, блин, я умираю просто со скоростью света. Паучная железа, лечить. Нам нужно вот что. Нам нужно восстанавливать себе здоровье в течение 3 дней, потому что мы сейчас будем жутко... Да ё-моё, твою же мать, сраная змея. Ах, только вот не хватало мне змеи сейчас. Мне нужны веревки. А, нет, я ошибся. Я не смогу выжить, потому что для того, что я собираюсь сделать, нужна алхимический двигатель. У меня его нету. Мне придется сейчас тупо убивать пауков. Просто где? Мачете дайте. Все, бегом к паучкам. У них есть единственное лекарство, которое может мне помочь. Опа, я к тебе превзойду. Да ё-моё, где моя паучья железа? Я не понимаю, что я делаю вообще, я ничего не вижу. Сраные макаки здесь прыгают. Ублюдство. Как я раздражен этой игрой. Бабочки, точно, бабочки. Их крылышки лечат. Бабочка, сядь на цветочек, пожалуйста, бабочка. Паучок, может из себя выпадет что-нибудь знатное? Нет, только говно одно. О боже мой, все, Серега, твой час пришел. Ура, я съел крылья. Есть, как есть. Змея, да твою мать. Вы слышите, это просто зов смерти обезьяний. Нет, все, у меня здоровья совсем нету. О боже, смотрите на это, просто толпа дерьма. О боже мой, я мог, конечно, сделать антидот, но чтобы получить, нужно, увы, убить парочку ядовитых змей и найти кораллы. От меня уже пауки убегают, думают, я заражу их этим ядом обоссанным.
Уже 6 паутины. У меня такие острова шикарные просто попались. Я столько всего нашел. Ой, паучок меня убил. Все, конец. Вы прожили 3 дня. Сергей, вы молодец, я говорю вам. Сергей, молодец. Лох ты, а не молодец, Сергей. Ну ладно, не так уж много мы потеряли, как говорил мой дед. Не стоит расстраиваться. Сейчас начнем новую игру. Мы всего лишь 3 дня прожили. Плакать нечего, глянул с Венди. Стой, думаешь, это так просто? В смысле, какого хрена? Какого хрена? Да ты убил меня на 3-м дне. Да тебе какая разница, давай играть. Нет. В смысле нет? Ты чё замолчал, Венди? Отстань. Что отстань? Зрители пришли смотреть видео, а не твою вид. Отстань вот это слушать. Да, правда, Венди, будь проще, ты тянешь время. Ну ладно, только смотри у меня. Серёжа, блин. Эй, Венди! Кукареку! Так, ладно, давай начнем собирать травку. Я сказал, начнем собирать травку. Венди, какого хрена? Я устал.